Добрый вечер всем подписчикам и зрителям моего канала. Одесса, 30 июня. Появилась официальная информация относительно нанесения ракетных ударов по Одесской области стратегическими бомбардировщиками Российской Федерации. Об этом сообщает и глава Одесской областной военной администрации Максим Марченко, и также об этом сообщает оперативное командование Юг. Пытаясь снизить интенсивность огня наших подразделений по острову Змеиному, враг дважды ночью атаковал Черноморское побережье на юге Одесского региона истребителями Су-35, выпустившими 3 ракеты Х-31Д. Потери и разрушения не зафиксированы. В результате удачного проведенного нашими силами очередного этапа военной операции по острову, противник наспех эвакуировал остатки гарнизона 2 скоростными катерами и, вероятно, покинул остров. Накануне один из 4 вертолетов, предположительно К-52, который вечером подлетал к Змеиному, получил повреждения и упал в море. Россияне пытались организовать поисково-спасательную операцию, но вертолет пошел на посадку к крейсеру «Москва». Также оперативное командование «Юг» сообщает о том, что в Черном море корабельная группировка из 2 ракетных и 2 больших десантных кораблей продолжает блокаду северо-западной части Черного моря, но держится отдаленно, осознавая уязвимость из-за отсутствия ПВО с острова Змеиного. Это все сообщает оперативное командование «Юг». Информация официальная. Вот. Всем желаю хорошего, приятного вечера. До встречи в новых видео. Всем пока.